Недорогие стильные беспроводные наушники Xiaomi AirDots – настоящий хит. Они легкие и компактные, надежно держатся в ушах и не выпадают даже при активных встрясках. Идеальное сочетание качества и крайне привлекательной цены. Сенсорное прикосновение к корпусу позволяет управлять музыкой и вызывать голосового помощника на смартфоне. Одно касание – поставить трек на паузу, два касания – переход к новому треку, три касания – возврат к предыдущему треку. В режиме ожидания двойное касание запускает голосового ассистента, а также можно отвечать на звонки, коснувшись наушников. Или отменить входящий вызов двумя нажатиями. Громкость регулируется только с вашего смартфона. Наушники легко подключаются к любому современному устройству стандартным образом по Bluetooth. После извлечения наушников из кейса, вы можете увидеть их в списке доступных для подключения Bluetooth устройств, они подключаются друг к другу, а затем эта пара без проблем и быстро подключается к вашему гаджету. В чехле имеется встроенная батарея 350 мАч. Этого хватает на более чем 3 полные зарядки наушников. В каждом из наушников есть аккумулятор на 40 мАч. Время работы AirDots – 3-3,5 часа в режиме разговора или прослушивания музыки. Заряжается чехол около 2 часов, наушники – 40 минут. На AliExpress такие можно купить за $32, ссылку на них я оставил в описании под видео. Кстати, это официальный магазин Xiaomi, можете быть уверены в оригинальности. И не забывайте пользоваться кэшбэк-сервисом, который возвращает до 30% с каждой покупки в интернете. В сервисе уже более 2300 магазинов. Присоединяйся по ссылке в закрепленном комментарии.